Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как сделать укрепление ногтей гелем без опила. Подготавливаем ногтевую пластину, как обычно. Вначале зашлифовываем ее, обезжириваем, затем глубоко дегидрируем с помощью препарата Nail Prep. И обязательно грунтуем поверхность бескислотным праймером Бондом. Обратите внимание, так как мы будем использовать однофазный камуфляж, нам не потребуется база. Первым шагом набираем на кисть небольшое количество нашего геля и равномерным тонким слоем с помощью кисти промазываем ногтевую пластину. Обратите внимание, промежуточно не просушиваем. Сразу же набираем на кисть горошинку побольше, выкладываем ее на ногтевую пластину и распределяем по поверхности ногтя, формируя архитектуру. Так как наш гель достаточно густой, он не растекается, не затекает в пазухи и позволяет работать в удобном темпе, спокойно разравнивая его и добиваясь необходимого профиля. При выкладке не торопитесь, дождитесь появления идеального ровного блика. Обязательно дайте гелю полноценно сформироваться. Когда материал сформируется так, как вам нужно, отправляем его для полимеризации в лампу на 1 минуту. Наш гель полимеризуется в любых лампах. После полимеризации прямо на липкий слой геля наносим топ. Я выбрала в данном случае наш любимый топ Stardust с мелким шиммером без липкого слоя. После полимеризации топа, именно сейчас, после полимеризации топа, мы берем пилку и придаем ногтям окончательную длину и форму. Кончик ногтя получился у нас достаточно толстый, но это не беда. Сейчас мы возьмем фрезу и с ее помощью почистим арочку изнутри. Ссылочку на фрезу, на кисть, на гель и на все остальные материалы, которые я использовала в мастер-классе, я прикреплю внизу в комментариях под этим видео. Вот такой симпатичный ноготок у нас получился. Ну а я с удовольствием буду ждать новых встреч с вами.